Всем привет! У нас золотая осень красивая. Я нахожусь в районе Холидей. Пришла погулять немножко. На осенние краски посмотреть. Уж больно красиво. Сегодня такая хорошая теплая погода. Осенняя. Там у нас трасса. Слышно трассу. И вот горы. Обалденные просто. Какие яркие краски. Очень красиво. У нас стоит такая хорошая, в общем-то, осенняя погода уже которую неделю. Наверное, был один только раз дождь. И больше, в общем-то, не было ни дождя никакого, ни сильного ветра. Прям хорошо. Такие краски прям радостные. Горы. Здорово. Я сейчас развернусь и пойду в обратную сторону, потому что там дальше, в общем-то, идти пока некуда. Некуда. Вот, я потихонечку буду тут гулять. В этом году я гляжу на Хэллоуин, особенно никто не наряжает. Как-то прям мало встречается. Потому что, видимо, ходить ребятня особенно не будет из-за коронавируса. Ну и люди тоже больно-то не это. Ничего не делают. Ну и ладно. Но я думаю, День Благодарения все равно будут отмечать. Такой семейный праздник. Такой, где уже, вот я гляжу, люди тыковки выложили. Тыквы. Это такой осенний. Украшение такое осеннее, повсеместное. Вот. Это вот район Холидей. Здесь неподалеку от трассы 215 круговой трассы. Ой, прям классно так. Тепло, не жарко. Птички поют. У нас что растет? Это этот. Трава, забыл, как называется. Русский шалфей его называют. А пчелки еще нектар собирают. Прям вовсю. Дома красивые. Снимаю так без своего сегодня. Без селфи-стик, которая палка селфи с руки, так сказать. Поэтому, наверное, немножко будет трясти. Теперь уже как получится. Тут у нас отцвел дикий одуванчик. Вернее, дикий этот. Как его? Он. Это как дикий подсолнух. Такой интересный. У многих виноград растет. Тут даже часто не виноград, а такая лоза. Она даже без винограда бывает. Просто похожа на виноград. Такие улицы, улицы ухоженные, хорошие. Листочки так падают хорошо. Кого-то там поющие ветра.
Вон там немножко нарядили. Это надувные такие, можно купить. Кто у них там? Тираннозавр? В общем-то, ничего особенного, но так симпатично. Тихая улочка, хорошая. Розы цветут вовсю. Люблю, когда розы цветут. Это, считай, уже почти у нас середина октября. Все цветет вовсю, прям так хорошо. У нас вовсю идут выборы. В Юте у нас голосуют по почте в основном. Давно уже, так много лет. Вот всем прислали бюллетени, мне в том числе. Я теперь могу голосовать. Вот. Интересно. Я его заполню и отвезу в определенное место на почту. Определенный, так сказать, ящик почтовый. Положу этот бюллетень. Опущу. И все. Вот у нас уже многие проголосовали. Кто-то, конечно, все равно будет и на участке голосовать. Не все голосуют по почте, но основная масса в Юте. Вот. Тут у нас снова горы. Яркие краски. Дом интересный. Деревянный. Обшитый деревом. Так симпатично. Там у них тоже кое-какие стоят хэллоуиновские украшения. Я вот как-то не очень люблю эти скелеты, привидения, особенно скелеты страшные. Вообще не нравится мне это. Еще эти, ну, тыковки, там, привидения симпатичные, такие милые, это ладно. Но вот прям конкретно скелеты я как-то не очень. Идем в обратную сторону, там дорога закруглилась. Тупик. Вот. Идем в обратную сторону. Еще домик симпатичный, как говорится. Скоро у нас недели две, наверное, еще. Хотя в том году, вот я помню, до ноября, до почти первой, второй недели ноября было достаточно тепло. Даже прям так вот в легких куртках еще ходили, вообще прям тепло было. А вот. Посмотрим, может, и в этом году будет долго тепло. В принципе, такая прям летняя погода до последнего держится. Все, он зелененько еще цветет вовсю. Так ушла, даже не знаю, куда я ушла. Немножко потерялась. Не страшно. Найдемся, как говорится. Тут можжевельник такой большой вырос. Да, можжевельничек. Вон там ягоды видно. Это черемуха такая красная, краснолистная.
Интересно, на них, правда, на ней, правда, ягод мало, но они крупные. Такие вот красные ягоды, черемухи. Птички чирикают. Такие простые домики, что так здорово, симпатично. Не обязательно там какие-то такие хоромы. Это вот флажок, это то, что значит, здесь маленькие дети живут по соседству, и надо, чтобы люди ездили помедленнее, повнимательней. Так, кто-то что-то ремонтирует. Тут вот они сделали как мешки, набили листвой, наверное. Чем-то набили мешки, на них нарисовали, получились как тыквы. Оранжевые мешки. Не знаю, как эта ягода называется. Она тут всегда осенью растет. Много ее вьются, таких кустов. Деревья какие классные, яркие. Вот домики тоже, это старые домики. Давно-давно построены. Наверное, им уже лет под 100, если не больше, этим домам. Очень старые. Я обратную сторону уже иду. Сейчас мы еще по одну улочку завернем. Вот ветерок задул такой. Все равно жарко. Прям жарко. Теслочка стоит. Тройка. Хорошо. Ну вот так вот. Я, наверное, закругляться буду. Немножко погуляли. На сегодня хватит, как говорится. Ну, конечно, красиво. Горы такие прям классные. Хорошие виды. Какой куст красивый цветет вовсю. Знаю, что за куст такой. Здорово. Сейчас нам подняться еще одно. Надо будет по переулок, так сказать. И уже в обратную можно идти. Надеюсь, улица соединяется, то придется идти в обратную сторону. Не хочется. Вот так вот. Всем привет!
Вернее, пока. Спасибо за прогулку со мной. Хорошее настроение. Счастливо. Пока-пока.